Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православной христиане празднуют Дорофеев день. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память священномученика Дорофея, епископа Кирского. Празднуется перенесение мощей благоверного князя Игоря во святом крещении Георгия Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России чудотворца, благоверного князя Федора Ярославича, брата святого Александра Невского. Празднуется обретение мощей преподобных Васяна и Ионы, пертоминских, соловецких чудотворцев и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется икона Божией Матери Игоревская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.